Ранним утром на севере Киева снаряд попал в многоэтажный жилой дом. Один человек погиб, 10 пострадали, около 70 жильцов эвакуированы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В результате боевых действий в украинских городах и селах каждый день гибнут мирные жители, хотя в Москве заявляют, что российская армия целится только по военным объектам. На месте событий побывала корреспондент Евроньюс Анна-Лиз Боржес. Местные жители рассказали мне, что здесь нет никакой военной инфраструктуры. Школа расположена всего в сотне метров от здания, ставшего сегодня мишенью. Они сказали мне, что потрясены произошедшим. Я видела несколько человек, которые пытались найти на месте взрыва свои уцелевшие вещи. В украинском парламенте назвали этот удар еще одним актом терроризма со стороны России. Анна-Лиз Боржес in Kyiv for Euronews.